Дом да Винчи – это вынесенное за рамки основного здания библиотеки структурное подразделение. Это отдел искусств. В фондах отдела искусств богатейшие собрания альбомов по искусству, театру, виниловые пластинки, диски, ноты. Все это любой желающий, особенно если он имеет читательский билет, может получить здесь. Важно понять, что это лишь одна из возможностей этого пространства, и она очень значимая и базовая. И другими возможностями является проведение концерта, организация репетиции, проведение выставки, организация читки, сбор поэтического кружка, проведение видеоинсталляций, лекций, воркшопа. И все это бесплатно и доступно для любого пользователя. Когда вы входите, видите наше пространство, можете угоститься прекрасным кофе, снять верхнюю одежду, если она имеется, и чувствовать себя как дома. Смотреть искусство, предлагать свое искусство и работать с книжными изданиями, и не только. Слушать музыку, играть на электропианино, петь в специальной комнате для мастер-классов, которую мы называем арт-залом. И, конечно, чувствовать верное, нужное плечо сотрудника, который может вам всегда помочь и выполнить роль, что называется, куратора, проконсультировать вас как в нотном фонде, как в театральном искусстве и в контексте организации выставки.